Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить игру Dragon's Dogma. В последней серии мы решили ряд вопросов вон там в церквушке, мы все еще находимся в нашем самом первом городе. После этого я маленько побегал, то есть попрокачивался не для записи, ну то есть просто чтобы маленько приодеть персонажа. Все, чем я занимался, это вот эта вот наша локация, которая, собственно, находится вот за этой дверью. И до кемпа я по ней побегал, поубивал гоблинов, заработал маленько денежек. И в результате, как видите, купил себе немножко новое обмундирование. То есть вот этот вот жилет, чуть более хорошие кинжалы, чуть более хороший лук. Допустим, у лука было повреждение 97, стало 117, по-моему. Потом вот эти вот наручи, то есть не наручи, а браслеты какие-то. И сапожки новые. То есть обновил себе обмундирование. И сейчас у нас небольшой квест я взял. Вот тут у нас куча раненых лежит. И девушка просит для них травы. То есть Sunbright, который выпадает днем, и Nightery, который выпадает ночью. Два разных типа растения. Это довольно скучный квест. Я его попутно выполнял помаленьку. То есть собрал их. Сколько у меня сейчас? Так, Nightery у меня 8 штук. А Санбрайта... Санбрайта... Санбрайт? Санбрайта, похоже, нет. Ну, по идее, должны быть. Так, давайте мы Акаки приоденем. Как вы на это смотрите, ребят? Акаки, ты где, кстати? А, вон он. Так вот, я хочу приодеть Акаки. У нас сейчас 4090 голд, то есть золото. Заодно мы продадим свое старое обмундирование. И после этого двинемся, я думаю, дальше. Так, сел. Мы продаем. Санбрайт, как видите, у меня все-таки один есть, да? Мне, кстати, интересно, вот у меня кроличья шкура есть. Ее как-то можно продать, я думаю, что ли. Так, так, вот так. Маленько разобрался. Тут довольно-таки непривычная система. Так, трейлер я, пожалуй, оставлю. Он неплохой, достаточно-таки. Тем более у них... А, у них три штуки. Зачем мне их три штуки? Одну оставлю. Плебейский костюм оставим. Но это, естественно, продадим. Как видите, у нас уже неплохо по деньгам-то выходит, да? Так, ну ладно. Все, и теперь мы нажимаем чекаут. И тут confirm, то есть подтвердить. Продали все ненужное. Теперь Акаки. Акаки, тебе, пожалуй, понадобится новый меч. Железный меч. А, у тебя есть железный меч. Или нет? Подожди, вот. Да, все. Да, у тебя есть железный меч. Кроме того, можем посох. Щит у тебя именно такой. Щит тебе не нужен. Ладно. Так. По обмундированию тебе можно... Тревелер счет у нас... Есть, то есть она у меня, я могу ему передать, так что я ее не буду покупать. Или можете что-то вот такое вот. Защита против магии, конечно, похуже. Да, в принципе, нет. Вот это получше. Это защита против магии, но у меня такая, но для него она не подходит. Как видите, защита у него похуже становится, серьезно. Так, ладно, тогда мы дальше. Какие-нибудь браслетики тебе вот такие вот. Вот такой вот. Даже два купим, потому что руку тоже пригодится. Так, хорошо. Тут, в принципе, пока можно не менять, потому что шило на мыло меняем. И все, да? Так, и рук тебе. У тебя одежда пусть остается та же самая, а wooden staff, он хуже твоего, понятно. Ну, тебе, значит, ничего не покупаем. Так, теперь. Так. Yes. Так, руку мы ничего не ставим, да? Вот это у тебя так и стоит. Хорошо. У Акаки мы меняем. Нет, тут ничего не меняем. Надеваем ему два браслета. А, ну то есть ему браслет один. Экипируем. И экипируем один. А, тебе нельзя. Понятно. Тут все экипировано. В принципе, у него неплохая такая рванина, то есть на нашем Акаке.
Выглядит глупо, но при этом достаточно неплохо в плане характеристик. Так, ну и что, выходим отсюда. По дороге, если где-нибудь будем находить Санбрайт или Найтери, то будем приносить их вот этой девушке. Здесь у нас, кроме прочего, есть квест. Мы можем спуститься вот сюда, это я тоже проверил. Там у нас пещера, в которой нам совершенно не по уровню. Нам там нарезают, поэтому мы туда пока не пойдем. Поверьте мне на слово, там какие-то ящеры, которые просто стучат. Так, старичок-бревичок, ты от нас что-нибудь хочешь? Я, говорит, у вас всего момент заберу. Последний раз я, говорит, видел день назад Квину. Она пошла в Вичвуд, чтобы найти лекарство для твоих. Да, нам нужно в Вичвуд, а Вичвуд у нас за лагерем. Так, ну ладно, давайте выдвигаться тут пока. Пока нам делать особо нечего, короче говоря. Тут есть небольшие квестики, но они, в принципе, нам не так важны, потому что мы уже раскачались. Мы их обязательно выполним. Я вообще все постараюсь доступные квесты выполнить в этой игре, потому что они по большей части очень интересны. Но всему свое время. Сейчас мне хочется как-то продвинуться уже дальше. Эти ребята мне все советуют держаться поближе к деревьям, чтобы найти траву. Ну, давайте, кстати говоря, почему мы по дороге-то побежали? Я думаю, сейчас урон-то побольше будет наносить наше оружие, но все равно, пока что оно очень слабое. Так, Санбрайт, отлично. Что самое прикольное в напарниках, то, что они обучаются, и это реальная помощь. То есть, со временем вполне возможен вариант, когда тебе уже драться толком не придется. Они без тебя смогут разбираться. А я, наконец, стану тем, кем положено быть моему классу, то есть, саппортом, поддержкой. Так, Green Warish. Возьмем масло. Оно нам пригодится для светильников, насколько я понял. Так, ну пока что мы один Санбрайт нашли. Красивая, в принципе, природа. Нравится она мне. Хотя графически, повторюсь, ничего такого сверхординарного, но выглядит мягко, приятно так. Ух ты, говорит, большое дерево. Он не договорил, говорит, ух ты, посмотри на следы, куда они ведут. Я никаких следов, к сожалению, не вижу. Ладно, неважно. Мир очень большой и очень проработанный. Меня радует прям то, что хочется вот везде побывать, все посмотреть. Это, по-моему, круто. Это очень хорошее качество для RPG-шки с открытым миром. Допустим, тот же вот я играл Kingdoms of Amalur, на который меня просят сделать летсплей. Ну, я хочу сразу сказать, что... Да заткнитесь вы уже оба, а? Какой здоровый. Все, давай, там болтай. Короче говоря, там мир достаточно мертвый и дубовый. Здесь же он именно воспринимается как живой. Как видите, он люди ходят. То есть достаточно такой неплохой мирок. Так, а тут у нас что? Бочки, а в этих бочках... Идиоты, вы что делаете? Кстати говоря, Квинтон Флинн, который озвучил Райдена, про который я спрашивал, не он ли озвучивает. Ты еще живой, что ли? Скотина, чуть не взорвал меня. Короче, он, насколько я знаю, не озвучивал, не принимал участие в озвучке данной игры, но его голос просто очень похож на голос Рука. Так, работать. Так, ну и давайте выдвигаться дальше. Тут мы дрались с циклопом. И вот тут мы еще не были. Отсюда у нас дорога ведет... Так, тихо, не сюда. Возьмем квест сразу. Так, Deep Trouble. Это то, что я говорил. Так, вот этот поставим главный. Давайте сразу посмотрим на карте, куда это нам нужно идти. Ага. А как нам туда попасть?
Вот наш лагерь. Вот Касардис. А сюда ушла Квина. То есть нам сейчас вот нужно по этой дороге налево как-то идти, а по главному квесту нам нужно идти далеко-далеко вперед, куда-то вон туда. Хорошо. План действий на ближайшее будущее понятен. Народ ходит, торговцы. Так, ребята. У меня после Assassin's Creed какое-то такое прям желание замереть, когда всякие ребята ходят. Так, водичка. Водичка, пожалуй, наполнять не буду. Мне это незачем. Вон там интересно, что за город. Давайте по карте посмотрим. Пока закрыто, пока непонятно, насколько я вижу. Блин, ну мир, конечно, офигенный. Так, это что? Травы. А тут кладбище, да? Warriors Depeche, то есть заслуженный отдых. Пенсия воина. Вот Санбрайт, да? С могил собирать это, конечно, как-то... А, это Cape Flower. Да, говорит. От этого вида перехватывает дыхание. Ну, в целом, да, я с тобой согласен. Это ведь вот мы на протяжении скольких уже? 3 серий или 4? Мы все еще вот на этом маленьком отрезке. Я просто не представляю, сколько времени займет это прохождение. Это меня радует. Так, ладно, давайте выдвигаться. Нам все же нужно найти Квину. Квина, как оказалось, люди в комментариях написали, что это не девушка поп-копа, это его подруга детства. Так, монетки. Ох ты, 1000 сразу. Отлично. Будем знать. Знаешь что? За домики такие. Так, нам вообще вот сюда. Давайте просто посмотрим, что у нас там. О, бандиты. Ребята, вам, по-моему, нужно отдохнуть, нет? Так, а теперь я отдохну. Ой, а как и рубают. Не трогайте, а как и. Ребята, у нас достаточно серьезные проблемы. Кто их лечит? А, вон. Нужно его убить первым делом. Тихо, тихо. Ай. Первым делом вырубаем лекаря. Так, лекарь готов. Ох, там кто-то летает. Это рук. Вставай, дорогой. Да я знаю, я только что это сделал. Блин, ну какой все-таки надоедливый в этой игре. Туториал. Так, дружок, ты ничего не перепутал. Да, блин, защищайте рука. Его сейчас шибут. Акакий, Акакий. Ох, сколько народу там. Что-то серьезная заруба пошла. Здравствуй. Ты ждал? Вот так это делается, братан. Ты не умеешь. Блин, что-то лук вообще слабый. Даже после усиления. Скотина. Постой. Коллега. Отлично. Добивайте последнего уже. Это свой, нет? А, это свой. Блин, я чуть своего не расстрелял.
Фу, так, ну, надо сказать, серьезный бой был. Когда мне говорили, что игра в чем-то даже сложнее всяких Demon Dark Souls, я как-то не верил поначалу. Но если тут обычные враги уже такие проблемы доставляют, то это повод задуматься, на мой взгляд. Ну что, тем не менее, неплохо так огреблись, товарищи. Так, что у вас было? Водичка. И монетки. Но по чуть-чуть. Так, ладно. Масло. Масло больше брать пока не будем. Так, ну ладно, давайте двигаться по своей дороге. Так, кто-то там полечиться хочет. Я к вам тоже, ребята. Давай полечи. Рук? Рук передумал, похоже. Ну ладно. Пока что меня мой лук не особо радует, потому что в кого я из него не стреляю. Во-первых, целиться не так, чтобы прям очень удобно. А во-вторых, ух ты, шахта какая-то. А во-вторых, достаточно мало сносит. Он нам посоветовал хорошо подготовиться. Не знаю, если мы сейчас туда зайдем, тут нет такого, что игра подстраивается под уровень игрока. Давайте попробуем. Надеюсь, в этом месте она сохранится. Потому что... Да, вон сейвинг. Хорошо. Я, пожалуй, фонарик разжигать не буду. Давайте посмотрим, что у нас тут водится. Нет, все-таки с фонариком нам что-то вообще темень полная. Так, Акаки, ты давай-ка тоже. О, тут у нас... О, ребята, сколько у вас тут. Я думал, он то поджечь может. Так, все, погнали. Давай, давай, давай. Тихо, куда пошел? Так, дружок. Ой-ой, как меня неплохо вырубили-то. Давай ключи меня, дорогой. Хорошо, еще можно? Видели, да, пока у меня жизни мало было, а как и просто отвлекал врага, стучал мечом по щиту. Таким образом, я выжил. Ну, вроде как тут не так все сложно, как я думал. Так что справимся, наверное. Так, а что у нас там? Ничего похоже. Блин, ну я, конечно, с одной стороны, мне нравится то, что напарники помогают, но с другой, блин, постоянно лезут в кадр, мешаются. Так, тут, похоже, ничего особо нет. То есть, вот видите, да, перекрывает мне обзор. Мешаются. Ну давай посмотри уж тогда, Акаки. Так, ладно. Что-то он взял, даже не сказал, что. Так, ну по крайней мере золотишко мы тут неплохо набрали. О, 3500. Отлично. Да, по золоту тут неплохо наварились. Интересно, здесь есть какая-нибудь возможность у нашего персонажа в стелс уходить, то есть приседать? Или нет? Она бы вот тут вот, допустим, с этим окошком нам достаточно сильно помогла бы. Потому что меня заметили, когда я шел. Так, ну давайте посмотрим, что дальше. С той стороны, говорит, только открывается. Так, ну, видимо, отсюда я не попадаю туда, да? Как же быть? Тут я ничего не просмотрел. Да нет, вроде. Значит, пока выходить нужно, отсюда куда-то по-другому заходится. Или как? Или отсюда? Нет. Ладно, уходим.
Так, грибы. Грибы. Неплохое подземелье было. Но, как видите, бандиты дают отпор на первых порах. Дальше-то, я думаю, с ними будет попроще. Но сейчас пока прям серьезная опасность. Чуть не убили меня. В первый раз, чуть не убили во второй раз. Нужно быть аккуратней. Вообще, пора бы в лагерь зайти, да там... Что творишь-то? Да там выучить новые какие-то умения. Где-то волки поблизости. А вон он. Отлично. Ох, сколько у вас? Ёлки-палки. Да, какое-нибудь автонаведение не помешало бы. Так, ладно, все, добиваем. Иди сюда, шавка. Ой-ой-ой-ой, ты посмотри, как больно кусается. Так, еще можно? О, какие там серьезные проблемы, я смотрю. Так, давай. Что? Нарезал. Так, все, кажись. Видите, это дают шкуру волка, допустим. Для чего это все интересно? Ну, я так понимаю, что крафтить разнообразное оружие, одежду. Но тоже нужно обучаться этому. Так, мы идем куда-то правильно, неправильно вообще. Да, куда-то в ту сторону. Помаленьку продвинулись, и за это время достаточно серьезные проблемы испытали. Так, давайте-ка подлечимся уже, потому что мне надоело с половиной жизни ходить. Так. Юс. Юс. Юс по полной. Так, ну а как, я так понимаю, лечиться не хочет, да? Хрен поймешь. С этим совсем еще нужно разбираться, я пока что не освоился больно-то. Так, давайте посмотрим, что у нас тут растет. Санбрайт. Санбрайт, отлично. Так, а как это у нас отравлен? Вот что значит с ним не так. Так, против яда у нас... Вот, вот этот вот. Метридейт. Гиф. А какий? Одну штуку. Все, вылечился. Но вообще, по идее... По идее, это все лучше подбирать, потому что, блин... Что-то уже сложновато становится. Это что? Череп подобрал. Нафига нам череп рук? Странный человек. Так, ну ладно, потихоньку двигаем. У нас, похоже, вечереть начинает, да? Ночью, насколько я успел заметить, даже самая обычная первая локация уже начинает представлять угрозу. Так, тут что? Так что ночью надо быть вдвойне аккуратнее. Бежим, бежим, придурки, бежим, бежим. Прячьтесь, прячьтесь, идиоты. Так, камни куда-то улетели. Не знаю, не заметил. Ну ладно, вроде все живо. Давайте накажем тех, кто это сделал. Ехать. А вон они. Так, установим стамину. И пошли потихоньку, что ли. Ты как, дружественный? Давай, бафай меня. Так. Все, хорошо, погнали. Блин, да как ты стреляешь-то, елки-палки?
Да, помаленьку сносит. А как ей давай? А как ей жги? Да блин, отойди ты от Акаки. О-о-о, нихрена нас нарезали. Видели, да? Так, ладно. Ретрай. Офигеть, просто порвали. Да, как я и говорил, похоже, нам сюда не по уровню, что ли? Не знаю. Сейчас попробуем еще раз, но мне кажется, что... Это так явно нам дали показать, нам показали, дали понять, что ничего хорошего нас тут не ждет. Так, волки, давайте с волками побыстрее. Ребята. Не слоупочим, по-быстрому все делаем. Рука надо как-то научить, чтобы он подальше держался от боя. А то он лезет прямо в гущу, его постоянно выносит. Блин, да? Вожака надо убить первым делом. Давай, давай, давай. Рубай его. Живой еще скотина. Все, готов. Так, ребята, куда вы побежали? Так, ну почти все. Два осталось, по-моему. Так, тихо. Огреб. Так, ну, короче говоря, этот вопрос мы, скажем, решили. Или там еще кто-то есть? Давай, лечи нас. Так, теперь. Что-то кругом стало очень сложно, надо отметить. Так, Sunbright, Sunbright. Я тоже хочу. Давай. Блин, а чё он меня-то не лечит? А, Акаки у нас опять потравился. Да что ж такое? Ой, Акаки, Акаки. Так. Гиф. Акаки. Одну штуку. Все, держи. И успокойся уже. Так, хватаем это. Остальное наши ребята схватят. Ребята. Что-то меня сегодня расстраиваете. Так, я не знаю, что мне делать с этими бойцами наверху. Давайте, что ли, вот тут вот попробуем сохраниться. Возможно, если нас сейчас убьют, мы прямо отсюда начнем. Но пока же, честно говоря, просто сомневаюсь, что нам сюда по уровню. Похоже, нам еще нужно пока тусовать около нашей главной делянки, где мы там, собственно, разбирались. С гоблинами и тому подобное. Ладно, понятно. Короче, в прошлый раз просто... Лечи его, придурок. Ладно. Ну, давайте попробуем. В прошлый раз я просто, короче говоря, увернулся, а в этот раз не особо получилось. Так, давай. Hold nothing back. Не уверен, что мне стоит с ним выступать в ближний бой вообще. Давайте бафайте меня, вы уже заколебали. Рубай его, рубай его, Акаки. Потихоньку, помаленьку справляемся, но все равно. Ой,
Так, один готов, да? Теперь точно готов. Не ушел. Так, мы с частью разобрались. Уже хорошо. Ладно. Так, что такое опять Тиакаки? Что за значок рядом с именем? Вечно ты у нас встреваешь проблемы какие-то. Так, ночь наступила. Сейчас вообще плохо будет. У меня, кстати, фонарик горел. Днем. Да, блин, что ж это такое? Тихо, дружок. Живой, нет? Живой. Так, ну потихоньку на таких и прокачаемся, я думаю. Давай, да, подлечу помаленьку нас. Никак не хочет. Так, ладно, потихоньку что-то получается. Но, конечно... Рук, ну куда ты встреваешь-то, а? Куда ж ты лезешь? Вон еще один бандит ходит. И он, по-моему, лучник, нет? Так, масло мы возьмем. Так, а как ты? Давай разбирайся. Ууу, там офигеть, сколько народ бежит. Вот теперь нам точно край настал. Особенно если стрелять так плохо. Так, да сколько вас там? Так, давай, давай, давай. Блин. Давай, давай, потихоньку. Вот это на них хорошо работает, кстати. Только выдыхаюсь я быстро. Так, ребята. Ох, как хорошо. Что это было вообще такое? Рук, помогай. Да, блин. У меня вообще выносливости нет. Короче, пока он вылечит, я лучше сам вылечусь. Заколебал он уже. Что они со мной сделали, что я... Что я так ослаб? Да не в тобой, давай, 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 давай. Минус. Видели, да? Его просто сносит. Рук, бафни меня, бафни меня, рук. Так, один куда-то ушел наверх. Сейчас мы его догоним. Нравится? Блин, ну что ж его скинули-то? Готов. Фу. Достаточно сложно становится с ними драться. Так, Рук, иди сюда, что-то ты меня расстраиваешь. Не лечишь, не бафаешь особо. Ко мне все идите. Почему у Акаки нету светильника? Я же ему давал его. Так, ну сейчас у меня два. Но у него один был. Я не знаю, как... Пропал, что ли, как-то. Может, я что-то просто прокосячил. Так, нам далеко идти еще, нет? Достаточно близко, кстати говоря. Так, что там у нас по времени? По времени у нас еще минут 5 осталось. Блин, я не уверен, что хорошая идея идти туда ночью, учитывая, что тут враги такие уже серьезные пошли. Давайте еще сохранимся. Потому что сейчас по-новому все это проходить от волков, это
Будет просто трагедия. Я сейчас не уверен, что мы с этого места начнем, если нас убьют. Может, чекпоинта? Но тем не менее, хоть как-то себя обезопасить. Рук, говорит, этой дорогой не часто пользуется, похоже. Рук, ну куда ты ломишься? Ну стой, постой ты. Посмотрите, он сейчас наагрит на себя. Орки? Он сказал, что здесь могут быть орки, по-моему. Это вообще отлично. Волки это тоже, насколько я понимаю, не очень хорошо. Особенно местные. Тут они какие-то пираньи просто. Так, тихо. Так, давай, погнали. Да блин, он теряется, я же тебя бью, а ты поворачиваешься на другого. Ну. Вали его на бок. Что-то у вас до хрена, блин. Но с этим-то мы справимся, уже получается у нас нормально все. Да сколько вас? Так, ну с этим разобрались. Блин, тут стая, это натурально стая. То есть штук по 10, по 15, похоже, да? Все, хана ему. Так, а как я? Добьешь его? Да, блин, что ты вошкаешься там? Ой, а там свет. Надо потише быть. Ладно, справились вроде. Блин, Рук, подлечи, пожалуйста, Акаки, а? Ну, вообще с них дают один мусор. Но зато мы на них прокачиваемся, что само по себе уже неплохо. Так, нам далеко идти еще, нет? Почти пришли. Я думаю, на сегодня это будет нашим заданием. Разобраться, что же там со Сквиной. Ночью не хочется особо так отклоняться от пути. Да днем можно. Ночью в игре опасно. Так, ну и что вы мне скажете? Погоди-ка, это она? Это Кина? Этот лес постоянно погружен в туман, сказал Рук. Кина, по-моему, это не ты, да? Вы что делаете? Вы пришли, меня ищете? Простите меня. Я не хотел, чтобы вы так беспокоились. Но я должна была пойти. Ведьма ходит в этих лесах. Только она понимает язык дракона. Если я найду ее, то буду умолять ее вылечить вашу рану. Составишь мне компанию? Туман не очень хороший. С тобой, говорит, мне было бы поспокойнее. Так, ну будем надеяться, это будет не очень сложно. Волки опять. Заколебали своими волками. Так, Рук. Чё у тебя над головой появился?
Что-то нехорошие шепотки какие-то от рука пошли. Чего он хочет? Где волки? Я их не вижу. А вот они, да? И опять их куча, наверное, просто. Минус один. Вожака надо первым делом ломать. Тогда и с остальными полегче. Так, постой, постой, погоди. Все, почти готов. Да, блин. Все, отлично. Давай, давай, давай. Продолжай в том же духе. Ты посмотри, что творит. Так, ну давай уже, ну. Заколебал уже крутиться туда-сюда. О, какие опять проблемы. Ёлки, как тебя чуть не убили. Че, там еще кто-то есть, что ли, в темноте? Так, ладно, нам далеко идти вообще, нет? Так и не поймешь прям уж. Ну, пошли пока. Пока что время есть, но уже, конечно, пора прекращать эту серию. И тем не менее, пока что идем. Теперь, говорит, я знаю, почему они называют этот лес ведьмином. Селяне правильно боятся этого места. Чьи это шаги там? Так, ребята, там ходит кто-то большой. И это прекрасный повод, я думаю, завершить эту серию. В следующей серии узнаем, кто же там ходит, чей это тяжелый поступь была. Как видите, игра очень нестандартная, при этом в этом во всем что-то есть очень узнаваемое. Из игр, таких как Final Fantasy, но при этом похоже еще и на Dragon Age, и при этом еще и похоже на Monster Hunter. Чем-то похоже на Shadow of Colossus. Короче говоря, необычная смесь, очень интересная, очень меня радует. И на удивление, гораздо-гораздо лучше демки. Поэтому не зря мне ее советовали люди. Так что увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.